Самые крутые, но неуместные уровни в играх. Пасхалка на Getting Over It в Just Cause 4. На уединенной горе в Just Cause Трико Родригес может отыскать котел и кирку из игры Getting Over It. И если с ними провзаимодействовать, то начнется мини-уровень, в точности копирующий геймплей одноименной игры. Правда, в очень миниатюрной версии. Уровень Doom, Dying Light 2. По всей игре мы сможем отыскать пятерку черных игрушечных уток. И если отнести их в специальную комнату в подвале здания телебашни и последовательно соединить провода, то для героя откроется секрет. Испытание, которое по стилистике отсылает нас на оригинальные игры серии Doom с отстрелом монстров и чуть ли не единственным огнестрельным оружием в игре. Firewatch. Именно для версии Nintendo Switch разработчики оставили для игроков интересную пасхалку. В одном из тайников можно было отыскать картридж с таинственной игрой Forest 64, но если игрок отнесет ее к изображенному на кассете персонажу, то начнется специальный уровень, повторяющий игровые механики многих игр с приставок Nintendo.